Hello World, с вами Дим Коряк Нативный, и тема сегодняшнего урока UIKit, Unikern. То есть мы сделали свой UIKit для того, чтобы нам не тратить время на верстку, потому что реально 60% из всего кода, который мы используем, это верстка при создании курсов. Поэтому мы сейчас сделаем с вами этот UIKit, я покажу, как его подключать, и после будущих уроков все компоненты у нас будут доступны здесь. Вот если что-то новое будет появляться, я буду подгружать их сюда. Вот он так выглядит, наш UIKit. И сегодня мы его с вами подключим. Он поддерживает, как вы видите, светлую и темную тему, так же как и наша документация. Я хочу поблагодарить людей, которые участвовали в создании этого UI-кита. Это вот Джасур Курбанов и Aerolux Андрей. Вот благодарю их за то, что они помогли, сделали этот UI-кит вместе с моим участием. Надеюсь, в следующей серии мы будем продолжать в этом же духе, и будут люди, которые будут подключаться и помогать делать open source совместными усилиями. Я Димка реактивный, я Димка реактивный, я Димка креативный, я Димка реактивный, я Димка реактивный, я Димка креативный. Это видео доступно только для моих патронов, кто поддерживает меня и считает то, что мои уроки внесли вклад в его образование React Native разработчика. И таким образом эти люди благодарят меня. Минимум $10 стоит в месяц эта услуга для моих патронов, для которых я буду делать следующее и это видео. Суть проста. Я создаю видео, вам нравится. Пишет резюме моя Валерия Красавица. Так, если вам нравится то, что я делаю, вы за это мне платите. Патрон. Этот патрон списывается с вашего кошелька один раз в месяц. Либо это может быть $10, либо это может быть $100, либо это может быть $5000, исходя из статуса сотрудничества со мной. Это дает возможность вам менторство в стеке React Native, Flow, GraphQL, AWS и Amplify от Amazon. Эксклюзивный контент, код-ревью в том же стеке, доступ ко всем видеоурокам, лайвстрим, ранний доступ к видео и закрытый чат для нас своих, где я буду делиться вакансиями в компании, кто пройдет испытательный геймплей входа в наше приложение и в нашу игру Hackathon Unikern Startup. Вот наш проект. С этими технологиями мы решили двигаться дальше, потому что я думаю, лет 10 можно смело с ними шагать. И образование, которое вы вложите в изучение этого стека, принесут вам плоды не один год. Этот статус $100 для тех, кто хочет войти в мою компанию. Всего у нас будет 10 человек, точнее 10 человек патронов можно продать. Всего у нас 13 вместе со мной.
Так вот, эти 10 человек, кто заплатит по $100, не обязательно программисты, они могут войти в учредители нашей компании. Потому что если у меня будет 10 по 100, у меня будет $1000. Но $1000 это такой прожиточный минимум в Москве, чтобы не совсем тушка была. Так что с этими людьми мы будем делать компанию. С подробностями, но я думаю, здесь кого заинтересовало, вы тут почитайте. И получаете чат для учредителей компании. И все из прошлого уровня. А также статус $5000. Это моя работа. Но вот я подумал, что я могу тимлидом работать в 5 компаниях. Не больше, пока чувствую, сил у меня хватит. Но исключительно обратите внимание на этот стек технологий. В другом, ближайший год я развиваться не хочу. Этот год я посвящу этому стеку технологий. А дальше видно будет. Может быть, пересмотрю его. Эволюция на месте не стоит. И что получает человек, который подключился, патрон, к этому моему Тиерсу? Статус генерального спонсора, брендинг на канале, интеграция вашего приложения в обучающий курс. То есть мы вас вплетем, ваш проект, в наш геймплей наших шоу, видео, обучающих React Native разработки и вообще full stack serverless больше разработки в стеке AWS Amplify и с архитектурой Flow. Flow — это язык архитекторов Facebook, кто не в курсе. Имя в кредитах. Ну, напишем о том, что эта компания будет иметь статус в кредитах, как наш спонсор. Тут все ясно. Но личное видео, спасибо, вы запишите нам. А мы вам можем записать взамен. Все. Я создаю. Мне нравится. Become a Patreon. Patron. See you, my friend, my patron, my wife, my world. I love you too.